Все замечательно, все очень масштабно и очень приятно быть в такой обстановке. Очень рад, что сегодня вручили призы и, в принципе, доволен. Хорошее настроение. Готовлюсь к новому сезону. Очень приятно. Это без команды, без партнеров по команде, без доверия тренерского штаба и руководства этого бы не было. Поэтому благодарны всем. За Егора Чинахова, конечно, рад. Безусловно, молодец, новичок. Это такой, на самом деле, очень хороший приз.